пришло новое послание. Бьорн – кровавый зуб. Берсерк – это страшный враг и ценный друг. Он нам пригодится. Надо бы его разыскать. Надо найти эту Аббатису Вульфхельду. Вот ты где. Ты хотела встретиться? Как решил Сигурд, расширять влияние на берегах Англии предстоит нам. Ему нужны союзники. Он хочет заручиться поддержкой каждого Дана и Сакса в округе. Да. Мы тут чужаки. Друзья нам пригодятся. Откуда начнем? Лазутчики каждый день приносят свежие вести. И я начинаю понимать, что к чему в этих раздробленных землях. Когда узнаю больше, смогу рассказать о каждом регионе, прежде чем ты туда отправишься. Ладно. Когда обретешь в регионе союзника, возвращайся поговорить. Вместе решим, как быть дальше. Понимаю. Так с кого же начнем? Сейчас у тебя есть лишь два варианта. На севере – Леда Честершир. Там Сигурд и сыны Рагнара Ладброка. На юге – Грента Бриджшир. Там армия данов, которой командуют Ярл Гутрум и его подручная Сома. Кроме того, у нашего друга Хайсома есть в городах и собственные связи. Если хочешь выяснить, что он разузнал, я добавила его сведения на карту. Посмотрим на карту союзов. Расскажи мне о Грантабриджшире. К северу от Грантабриджа, у развалин за рекой, есть лагерь данов. Летние армии, как их называют саксы. Чтобы заключить союз, нужно завоевать доверие их предводителей, Гутрума и Сомы. Мои люди не встречали их лично, так что мне мало что известно. Но мы хотя бы знаем, с чего начать. Отправлюсь туда. Хорошо. Да прибудет с тобой Фрейя. Здравствуй, Эйвор.
тобой все в порядке? Что это ты делаешь? Пора в путь. Придется нам грести. Пойте, вороны. Здесь парус не поднят. В этих водах придется... Больше парусов! Не знаю, слыхали вы о том или нет, но я большой мастер строить корабли. Когда мне было всего 13 зим от роду, я придумал, как сделать лучше наши дракары. Как сделать их прочнее. Сейчас уже никто не помнит, что это придумал я. Придется грести, Эйвен! Но в те времена мое изобретение восхваляли по всей Норвегии. Я был в море с отцом. Убирайте мачту! И нас занесло в опасные воды. Наш корабль дрожал, как продрогший скелет. Он чуть не развалился, но я не боялся. Лишь завороженно смотрел, как его качает на волнах. Пока вокруг меня кричали поднимай, люди, парус. Я придумал, как укрепить корпус, сохранив форму. Потом мы вернулись в порт. И пока всех тошнило, я пошел к Ярлу и рассказал, что придумал. Он был благодарен. С тех пор все наши корабли стали строить иначе. И не только наши. Так что это благодаря мне мы сюда добрались. Есть у кого история? Поднять по юности помню, я слышал историю яростной Калды, чей отец запретил ей сражаться и ходить в походы. Калда обращалась с оружием лучше всех мужчин ее клана. И вот ее возлюбленный Капи позвал ее на свой драккар. Отец Калды вновь запретил ей поход, назвав ее слабой, нежной и мягкой. Калда же презрела его слова и ушла. Всю весну Калда и Гапи разоряли побережье страны франков, разграбив много селений и взяв богатую добычу. А потом, в начале лета, с другим кораблем пришла весть, что мать Калды внезапно умерла. Калда была сражена горем. Она спешно вернулась домой и увидела, что мать, живая и здоровая, стоит подле отца. Калда растерялась. Отец сказал кисло: «Это я послал весть о смерти твоей матери, ибо ты ослушалась. Теперь ты дома, здесь и останешься». Эти слова привели Калду в ярость. Убив отца, она бросилась на свой драккар и уплыла навсегда.
Расскажите что-нибудь. Однажды я встретил Скальда, что искал покровителя, ярла или конунга. За годы он не сочинил ни строчки и боялся растерять умение. Я сказал, что знаю много кого, и ярлов, и нескольких конунгов. Однако у всех них на службе уже множество скальдов. Бедняга был раздосадован, но поблагодарил меня и спросил, как меня зовут. Акнидиса, ответил я. Он вытаращил глаза. Так, Нидиса, воскликнул Скальд. Из Форнбурга? Я кивнул и ответил. Он самый, да? Скальд не мог сдержать радости. Ты легенда среди легенд, сказал он. Позволь, расскажу, что... Что происходит? Там стряслось. Вот в кустах тебя и убил. Ты что, в кустах прячешься?
такое? His bairn shall the bringer must fit his barrier. Give haim on these ye lootere. The stolen overlord may learn the never yet on a bayon. Switch it for yet a nicht. It will in a drenchen on tune. Нас уж радон Берен от клуба Флимба. Что здесь происходит? Судьи Элдермен Вере. Хи. Студер стерет долкнал, ан ван айс кинен. Бейор Флимба не хатан. Хи не хатан от Уэллен. Хи хат the sharpest hungan, а кит вейне дат ит шумье. Фулбун дерич доме так и спреке. В этот раз не сбежишь.
Что-то случилось? В кустах сидишь. Ой, дай мне сил!
Боже, Белый, что здесь творится? Ты в кустах сидишь, что ли? Сукины дети забирают все, что видят. Полгода труда. Происходит.
кустах тебе не скрыться. Много добычи. Нужна дружина. Покажем ублюдкам! Сюда, на помощь! Скорее! Yeah.
Сюда! Здесь.
Готов предать свою семью. Ты сбил меня с мысли. Как складывать песни, когда ты жужжишь над духом? Нас речами о дьяволе. Бог покарает вас за эти мерзкие мелодии, танцы, пляски, песни и стихи. Все это порождение сатаны. Передохни, а то захлебнешься своей желчью. Ты сбил меня с мысли. Как складывать песни, когда ты жужжишь над духом? Хотим лишь поделиться музыкой с миром. Лучше посвятите себя делам Божьим. Ты угнетаешь нас речами о дьяволе. Покарает вас за эти мерзкие мелодии. Катись обратно в бездну, из которой выполз. Мы здесь живем, а не в гостях. Ты сбил меня с мысли. Как складывать песни, когда ты жужжишь на ноги? Лишь поделиться музыкой с миром. Что это за шум? Мы группа бардов. Передовых. Настоящих гениев музыки. Но один безумец, самозванный епископ Руин, вовсю нас критикует. Говорит, мы пляшем под дудку дьявола. Разве это дудка? Похоже на мешок с трубками. И звучит, как вой ведьмы. Проповеди епископа лишают нас зрителей. А ведь мы хотим лишь порадовать потерянное поколение. Достойная цель. Может, показать ему ваше умение? Ты нам поможешь? А, ты тоже любишь музыку? Это крайне добрый знак. Что за ужасный звук? Почему не дать парню играть? Людям вроде бы по нраву. Музыка — отрыжка дьявола! Мерзкая и зловонная!
Я епископ Руин, не потерплю ее! Епископ Руин? Это Альфред тебя им назначил? Нет, сам Господь! Он заговорил со мной, когда я мочился на стену! Я орудие его против музыки дьявола! Значит, наши взгляды расходятся. Будешь гнить! Неси, монаха! Неси, монаха! Эй! Кровь идет из ушей! Играем дальше! Играем! Почему не дать парню играть? Людям вроде бы по нраву. Музыка, отрыжка, епископ. Нет, сам. Значит, нашелятся. Умрешь быстро! Неси, монаха! Неси, монаха! Край клирика! Ты продолжай петь веселые песни. Бей святошу! Бей святошу! Лети, Сюнин.
Спасибо, Эйвор. Надеюсь, тебе здесь уютно. Для меня важно помогать другим. Поговорим еще о твоих видениях. Можем, если думаешь, что стоит. Для того, чтобы сварить зелье, мне нужна еще одна трава. Она должна расти где-то у пруда. Зелье поможет тебе глубже погрузиться в свои видения, воспринимать их четче. Я принес тебе траву. Славно, славно. Добавлю ее, и зелье можно будет пить. Выпив зелье, ты обретешь мудрость самого Всеотца. Пройдешь по пути Одина, проживешь его жизнь в далеком прошлом. Приготовься к путешествию в другой мир, в иное время. Зелье уже готово. Вкус совершенно ужасный, но если выпьешь, твой ум откроется всем девяти мирам. Thank you.
тебя! Что у меня с головой? Наверное, похмелье. Башка трещит. Сюда, мой добрый воин. Мир тебе. Прости, у меня маленько болит голова. Ничего там не видишь? То ли сыпь, то ли порез. Не знаю. Никак не пройдет. Похоже на боевой шрам. А, так и думал. Наверное, с последнего боя. Тому, кто это сделал, тоже досталось. Еще и похлеще. Похлеще? Впрочем, может и так. Может, он без головы. У меня после боя руки ослабли. Там нужна перевязка? Как там, большая рана-то? По-моему, рана пустяк для такого могучего воина. Просто сучок воткнулся. А, да. Спасибо, что сказал. А как точно ты углядел другого могучего воина? Я могу вынуть сучок, если хочешь. Да. Просто смахни, когда будет минутка. Тут рядом подают отличный мед. Пойдем туда, вспомним наши былые подвиги. Ничто так не помогает забыть бесчестных бакроутов, населяющих этот мир, как славная ночь пьянства. Только скальды, войны и их истории. О, да. Я расскажу тебе настоящую сагу. Как-то во время одной битвы я сидел за укреплениями. И тут пришла моя жена, уже голая, и начала петь. О, как мы были молоды! Сколько в нас было жизни, страсти! Все враги повержены. Время ликовать.